Земляника, смородина, облепиха или малина размером со спичечный коробок. Лето в Сибири хоть и короткое, но обязательно должно быть сладким. А ягодка, выращенная на своем участке, всегда ароматнее и вкуснее. Помочь с выбором хорошего саженца готовы опытные продавцы-консультанты ярмарки питомника «Сады Сибири». Вот, например, земляника ремонтантная. У нее нет усов, поэтому она не доставит больших хлопот хозяйке с уходом. Зато урожаем одарит богатым. Любители плодов с кислинкой ждет облепиха джемовая. В отличие от других своих собратьев, у нее ветки не колются, а плоды наиболее круглые, благодаря чему их легче собирать. Кто мечтает о цветущем саде, на ярмарке есть чем удивить. Например, гортензия Винила Фрейс. Один куст такого поистине величественного цветка достигает до 2 метров. Гортензия – неприхотливый многолетник. Своими благоухающими бутонами она будет долго радовать хозяев. Захотелось экзотики? Тогда нужно посадить на участке тую. Хвойники прекрасно подойдут для зеленой изгороди и создадут особую атмосферу на вашей даче. На ярмарке питомника можно приобрести буквально все, начиная от редких растений и заканчивая общеизвестными культурами. А найти сады Сибири легко. Выставка-продажа расположилась на площадке гипермаркета «Аллея» напротив ГСК. Ярмарка открыта с 9 утра и до 19 часов и будет работать до конца июня.